Пробую поковать рецепт, тут так, по-моему, близко друг к другу к резонансу. Происходит некий цепь. Вот она. Не сразу загорается. Потребление большое, 1,62 ампера. Чем ближе к резонансу, тем ярче лампа горит, тем выше потребление. Тут верхушка и место заземлено. Ровно полволны резонанс. Даже искр. Тут нет никаких искр. Чем ближе, тем не сильнее. Вот я руку подношу. Вот, притухает, а потом она как бы некоторое время задерживается. Ой, я уношу, она затухает, как бы. Потом. Еще дальше таскаю, и она загорается. Попробуй еще наложить маленькую емкость добавить. Вот она уже как бы зацеп не происходит, она уже слабо горит, потребление 36,9 вольта, 0,9 ампер. Стоит убрать мне эту маленькую емкость. Наверх. На таком расстоянии она вот потребляет 1,6 ампера почти. А горит не так уж и ярко. Если поближе поставить. А вот еще сниму этот рекулятор. Тут 1,33 ампера, тут как яркость почти та самая, но употребление меньше. Тут тоже притухает. Тоже ближе расстояние притухает. Шесть ампер. Теперь ближе немножко. Она уже не загорается. Беру это. Загорелось. И 1,36. Еще ближе. Один пятьдесят. В общем, примерно. Так само 60 ватт лампа. Попробую найти точку, где вот 1,55 ампера, немножко поближе, вот она уже на пределе 1,56, еще немножко ближе,
тоже не забирает 1 ампер. Немножко дальше. Еще немножко. Вот, смотри, вот. 1,50. Теперь уберу этот регулятор. Там горит 1,1 ампер. Теперь поближе. 1,14 ампер. Один 17 ампер. Один 15. Тут уже как-то на слишком близкое расстояние, по-моему, поэтому не резонирует. Вообще не запускается качер. Запустился. 1,21 ампер. Ну тут уже слишком близкое расстояние. Вот это заземленная часть, видимо, тут она мешает. Что-то такой резонанс не входит. Опять не запускается. Слишком близкое расстояние. 1,62 ампера, вот не запускается. Это 1,5 ампер. Вот примерно как приближаю, и у нас потухает. В общем, при разных расстояниях нужно резонанс вогнать, и будет примерно одинаковое потребление, примерно одинаковое свечение, только расстояние разное. Вот при таком попробуем вогнать. Немножко поближе. 1,40. Еще поближе. Она уже ярче горит. 1,42. Вот он. 1,44. Сейчас сорвется, по-моему, 1,54. 1,55. 56, по-моему, яркость немножко. Вот она уже не слабее горит. 54. И тут уже слабый, как бы не может зацепиться. 1,17.
немножко вы на этом расстоянии, где-то самая максимальная яркость. 53. Вот тут где-то самая максимальная. Тут можно в некоторых пределах двигаться, например, на такой самой величине. Тут уже себе вроде бы понемножку начинает перед потребление падать. Уже слабо. Добавлю емкость. Вот, у меня загорелось на потребление 1,82. Не такой эффективный режим, самый эффективный где-то, когда вот тут слишком большое расстояние. Пробую метод уже хуже. Вот тут максимальное расстояние примерно. Пробую слишком емкость больше. Слишком расстояние больше. Вот 1,7. Потому что частота понижается. Чем ниже частота, тем больше потребляет. Это 1,1 мегагерц. Так вот, нужно хотя бы эту часть. Вот убрал ту. Так горит. Вот тут как бы есть по оно. Мою руку приближаю, она ярче горит. То есть, получается, нужно снизить эту частоту. Потому что видим, это слишком низкая частота. Запишу сигнал с разных ТЦ. 4420 драйвера. Вот мне пришли другие драйверы. Такие.
И есть там старая, которая тоже подделка, наверное, или экспресс заказывал и сравнил сигнал. Вот это старый драйвер сигнал. Запишу. Вот деление 0,1 микросекунда. Частота около 4 мегагерца. И вот видно, что открытие больше, чем закрытие. Уже искажается сигнал. Это при том, что тут наоборот должна быть на самом генераторе, то наоборот открытие больше. То есть могу показать вход из самого генератора. Драйвер. Вот. Тут наоборот. Тут открытие меньше, чем закрытие. А на драйвере уже он не может такую частоту тянуть, и поэтому он увеличивает скважинность. Он делает, что открытие больше, чем закрытие. Поэтому тут желательно инвертирующий драйвер ставить. А нет, инвертирующий он еще больше искажет ситуацию. А теперь я поставлю вот этот драйвер, который 5 штук купил. Может, он получше будет, не так сильную скважинность увеличивать. Он оказался не получше, а еще хуже. Он вообще как вот как скважинность увеличивает. Это мои старые драйверы получше были. Хоть оба на Алиэкспресс куплены. Вот эти, где одинаковые, они похуже. Вот этот получше, где шрифт у него такой тоньше и поменьше. Вот эти два одинаковые, они похуже. И у них видно, что металл такой более белый, ножки из металла такого более белого сделаны, а тут из металла такое более желтого. То есть тут, видимо, из меди, а тут какая-то смесь металла дешевого, наверное. Как и у этих транзисторов, вот у оригинальных металл такой более желтый, а у этих подделок он такой более белый. Поэтому можно отличить. Вот. Вот эта подделка, это оригинал, скорее всего. В общем, два драйвера вообще не работают. А вот один, этот подделка тоже вроде бы, как и у того, примерно такой самый сигнал. То есть какой-то у них слишком большой разброс параметров.
Вот еще один этот, который пришел в 5 штук упаковки, который подделка как бы. Вот у него тоже хороший сигнал. Может даже лучше, чем у того, словно говорил, оригинала. Настроил покрышку на полволны с генератором. Эту. Вот. Она вот тут ярко горит. По центру где-то. Ну и вверху. То есть, получается, немножко не совпадает резонанс ЛЦС. Резонанс, чтобы уместилась ровно полволны в катушку, немножко полволны и немножко еще верхушка умещается. Конец нижний заземлен. Вот потребление 25 вольт 0,06 ампер. Тут замерим. Один и шесть мегагерц. Немного опустил частоту, теперь 1,4 мегагерца. Теперь выросло потребление 0,17, вот 0,015 ампер. Хоть не он, кого тут даже горит. Когда подношу, начинает моргать. На камере не видно. Она так быстро моргает. То есть какая-то что-то с генератором тут наводки ловит. На CDN4046 более стабильно. А тут всякой лишней детали полно, я не видел. Наводки ловят. Вот по центру. В общем, там было на гармонике, тут вот 3 мегагерца полу, волновой резонанс, ну не совсем полуволновой, вот по диссонансу. Синусоида исправляется, вот тут пропадает, а тут вот, тут пучность тока,
такой не совсем полуволновой резонанс получается. Когда убираю руку, вот там возбуждение. В общем, этот генератор, он негодный, он очень сильно наводки ловит. Потом он по-всякому самого возбуждается, поэтому нормально с ним работать не могу. Вот это красивая синусоида, когда он еще не возбудился, как бы, наводок. А вот убираю руку. А вот это некрасивое, когда он уже возбудился, там уже он и пробует и на 1/4 резонировать, и на 1/2. Получается такая белиберда. Генератор так сильно возбуждается, потому что тут стоит один стабилизатор напряжения на 5 вольт для генератора и для драйвера. И поэтому он так возбуждается сильно от наводок. Если были бы два стабилизатора отдельно, тогда может быть нормально работать.